Республикасы президенті Рустем Нұрғалиұлы Миңнехановқа. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хұрметті дин қардаштарымыз, хұрметті мүфтилер, хазіретлер, уважаемый владыка, митрополит Кирилл, дорогие друзья, гости нашего праздника. Сегодня знаковые события не только для Республики Татарстан, это знаковое событие для мусульман всей России и мусульман всего мира. В рамках тысячелетия проходит большое количество мероприятий. Как всем вам известно, этот праздник главой государства, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, этот праздник объявлен как общефедеральное мероприятие. Несколько минут назад наш председатель оргкомитета Марат Шакирджанович Хуснуллин провел и заслушал итоги подготовки и работы оргкомитета. И, конечно же, мы в этом году в рамках нашего тысячелетия провели Казань-саммит 13-й раз. Провели заседание группы стратегического видения России и «Исламский мир». Огромное количество зарубежных наших гостей, более 75-76 стран. 27 послов принимало участие, и часть из них вместе с нами. Это огромное событие для всех нас. Я, прежде всего, хотел бы здесь отдельно отметить, значит, Талгат Таджутдина, который начал как бы эту работу по этим святым местам. И, конечно же, отметить работу Фонда Возрождения. И руководил этим процессом наш первый президент Митимир Шарифович Шаймиев. Вот все эти составляющие позволили мусульманам Республики России, нашим гостям, увидеть, на каком уровне 1100 лет назад на государственном уровне наши предки приняли ислам. Мы искренне благодарим вот каждого из вас. Хаммагазга дабик зурахмат. Бенесис бездым ляманда булугас, бездым ищет зуршатлык. Даниялар тоныш болсын. Республика гырлап тұрсын. Россия вас кішлі болсын. Хаммагазга да исенлік сау. Всем вам здоровья крепкого. Всем вам огромные слова благодарности. То, что вот мы все вместе, и, конечно же, вот это святое место для нас, мы всегда будем почитать, помнить и знать. А то, что вот вы вместе с нами, это поднимает имидж вот нашего святого места Булгара. Всем большое спасибо. Бигзур рахмат хаммагызга. Бигзур рахмат.